Эта система, мне она очень понравилась. Сейчас убрали все общеобразовательные предметы, по ним уже пройден весь материал, уже получены все оценки, и сейчас все время учеников используется исключительно только на подготовку, на решение именно ЕГЭ, пробных вариантах. Практически каждый день они проходят либо полностью тест, либо какую-то часть его. Буквально вчера моя дочь принесла мне результаты по английскому. 65 баллов вначале было, потом 67, теперь 70, как бы вот прогресс прямо по несколько баллов, да, он идет, и это здорово. Мой ребенок сейчас подготавливается самостоятельно, я не лезу в этот процесс. Я вижу, что мой ребенок имеет время на спорт, на встречу с друзьями, что она психологически себя не чувствует зажатой в рамках квартиры. Я вижу, что продуктивность от этого повышается. То есть, если она просто бы сидела и просто бы зубрила и пыталась выучить и прорешать все по остальным предметам, потому что по ним тоже надо успевать, ты же не можешь их спустить вообще на двойки, то было бы гораздо хуже, потому что мы уже проходили это в 9 классе. Это очень сложно. И, конечно, я благодарна, что наконец-то департамент решился на такой проект. Он просто гениален. Все здорово. Спасибо.